Сразу 5 наших спортсменов стали бронзовыми призерами на юниорском чемпионате мира по борьбе на поясах, который прошел в Татарстане. Дома спортсменов встретили со всеми почестями. На чемпионат мира в городе Мамадыш в составе сборной страны выступили 9 кызылординцев. Пятеро из них поднялись на пьедестал почета. Особенно сложной была для меня полуфинальная схватка. Уступила российской спортсменке, а в борьбе за третье место одолела узбечку. Буду упорно тренироваться, чтобы с честью представлять страну на соревнованиях. Особенно сложно было против узбеков. 8 их борцов стали чемпионами. Также хозяева достойно выступали. Конечно, можно было показать результат еще лучше. Буду работать над своими осечками, нарабатывать приемы. Войти в тройку сильнейших в мире своей возрастной категории было нелегко. В мировом первенстве принимали участие сильнейшие юниоры из 8 стран мира. Бронза на старте спортивной карьеры, по словам специалистов, серьезная заявка. Наши достижения – плод упорных тренировок. Ребята показали неплохой результат. Теперь мы будем готовиться к взрослому чемпионату мира, который пройдет 28-31 октября в городе Казани. По итогам чемпионата сборная страны завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 10 бронзовых медалей и заняла 3-е место в общекомандном зачете. Впереди команды Узбекистана и России. Аслан Сагындык, Рамазан Жусупбек, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.